Но тем временем в Тюмени развивают хирургию одного дня. Это когда ради небольшой операции нет необходимости надолго ложиться в больницу, а можно поправить здоровье в поликлинике, не нарушая серьезно своего личного графика. И это все бесплатно. Все подробности у Юлии Сауляк. Хирургический кабинет 17-й поликлиники открыт с раннего утра и до позднего вечера. У молодого хирурга Кристины Деевой работы хватает. В экстренном порядке обращается каждый четвертый пациент. С фурункулами, с карбункулами, с вросшими ногтями, гематомы, ушибы, травмы. После операции приходят, да, на перевязки, послеоперационное ведение больных. В городском центре амбулаторной хирургии спектр помощи еще больше. Сейчас доктор Петелин готовится к операции по удалению грыжи. При подобных проблемах ложиться в больницу теперь не обязательно, а значит и терять драгоценное время не придется. На часах 11 утра, но в оперблоке поликлиники проходит уже третья операция. Операции расписаны на всю неделю по 5-8 оперативных вмешательств в день. Они небольшие, и уже через несколько минут или часов пациент отправится домой. Центр работает с марта, и количество операций приближается к 900. С сентября здесь освоили детскую хирургию, оказывают помощь по урологии и онкологическим заболеваниям. Но медики уверяют, что могли бы и больше. Поданы соответствующие предложения к руководству по дополнительному оснащению, по тарифам на операции, по другим моментам, в частности, по общему обезболиванию, по прикреплению дополнительных поликлиник к нашему центру, чтобы мы не испытывали, так скажем, дефицита в пациентах и не простаивали. Подобная помощь в Тюмени будет востребована, подтверждают в городском гастроцентре. Здесь хирургия одного дня тоже в тренде. Самые популярные – операции по деликатному поводу. Больше всего востребованы операции по поводу хронического геморроя. Операции проводятся путем латексного лигирования. Значит, операция длится минут 5-7. Пациент после операции уходит домой. Это то, что в частных клиниках стоит несколько десятков тысяч рублей. В городских по полису, то есть для пациента бесплатно. Срок ожидания 1-2 дня. Направление в центры амбулаторной хирургии можно получить в поликлинике по месту жительства. Юлия Сауляк, Сергей Жернаков, Тюменское время.